Генеральный спонсор места происшествия – сеть магазинов автозапчастей для иномарок «Евразия Авто Плюс». Сеть магазинов «Евразия Авто Плюс». Качественные запчасти для вашего надежного автомобиля. Во дворе по улице Грибоедова камера зафиксировала, как «Лада» 99-й модели въехала в дерево. Об этом и других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». На улице Грибоедова очевидцы из окна дома заметили странного водителя. Он включил машину на передачу и пытался выехать из сугроба. Смотри, что, машина поехала, бах! Вытолкнуть машину получилось, а остановить уже нет. «Лада» врезалась в дерево. Автор видео предположил, что водитель был пьян. Он пьяный, но... В Кирове лихач на темной легковушке едва не спровоцировал лобовое столкновение. Господи, у меня... Выключи эту камеру. Зачем? Посмотрим. Нарушитель не на шутку испугал водителя и пассажирку машины с камерой, ведь они могли серьезно пострадать. На улице Красина водитель БМВ не мог определиться с маневром. Вот не надо показывать, что ты поворачиваешь, козел. Да делаешь-то, урод. В итоге парковаться водитель иномарки не стал и поехал дальше. В Кирово-Чепецке пенсионер на «Шевроле», выезжая со двора, перекрыл дорогу машине с камерой. К счастью для нарушителя, автор видео соблюдал скоростной режим, вовремя среагировал и объехал его. На перекрестке проспекта Строителей и улицы Московской камера зафиксировала массовый проезд на красный сигнал. Многие водители на этом перекрестке именно так и поворачивают, не понимая, что могут спровоцировать ДТП. На улице Карла Маркса пешеход пропустил гонщика на 14-й. На повторе видно, мужчина планировал перейти дорогу по пешеходному переходу, но издалека заметил подозрительную «Ладу» и остановился. В Нововятске произошла обратная ситуация. Пешеход вечером перебегал дорогу в неположенном месте. По сути, автомобиль с камерой должен был сбить мужчину, ведь тут сложились все факторы. Не посмотрел по сторонам, темное время суток, на одежде не было светоотражающих элементов, перебежал прямо перед машиной. Но благодаря реакции автора видео обошлось без пострадавших. Вилял по дороге и мешал проезду пьяный пешеход на улице Загородной. Мужчину, что называется, штормило из стороны в сторону. Пешеход то и дело сбивался с курса. Впрочем, владелец регистратора выбрал нужный момент и обогнал его. Михаил Вагин, место происшествия.